Всем привет, с вами MetaRatings.ru, и сейчас мы скачаем приложение «Марафон» на ваш iPhone. Для этого заходим на сайт MetaRatings.ru, на главной странице находится топ букмекерских контор, находим строчку «Марафон» и жмем на кнопочку «Обзор». Открывается карточка букмекера. В графе приложения видим два значка Apple и Android. Нажимаем на яблоко. Тут же открывается нужная вкладка, нажимаем «Скачать приложение». Далее переходим в App Store и нажимаем кнопку «Загрузить». Ждем, пока скачается приложение, и нажимаем «Открыть». Готово! Марафон теперь у вас под рукой. Чтобы делать ставки, надо войти в свой личный кабинет или зарегистрироваться. Как это сделать, смотрите отдельное видео или читайте на сайте metaratings.ru. У нас уже есть подтвержденный аккаунт в марафоне, поэтому мы заходим в свой личный кабинет. Приложение простое и интуитивно понятное. Вверху панелька с видами спорта. Тут же собран весь спорт в алфавитном порядке. В основной центральной части экрана лайв события и анонсы. Снизу 4 кнопки лайв, спорт, купон, мои ставки. Приложение очень функциональное, практически не уступает основному сайту. В том числе можно включать трансляции спортивных событий. Как видите, скачать и установить приложение Марафон на ваш iPhone легко и просто. Более подробно о приложении и о самом букмекере читайте на нашем сайте. Тут есть обзор букмекерской конторы Марафон, показаны лучшие линии, собраны бонусы и все отзывы, составлена карта сантиментов, из которой понятно, что игрокам нравится, а что не нравится на данный момент. Заходите на metaratings.ru и побеждайте. Ссылка в описании.